Народный ниндзя Каунсел. В Японии известный как Наруто Сайкио Ниндзя Дайкесшу. Окей. Серия видеоигр в жанре экшен по мотивам популярной японской манги аниме Наруто. Все три или там больше игр разработаны в Аспект и выпущены компанией Tomai. Для игровой платформы Nintendo Game Boy Advance и Nintendo DS. Более поздние для DS были. Ранние для Game Boy только. Третья вроде на DS. Первая часть одноименной серии, которую можно управлять Наруто Удзумаки, Саске, Учихой. Можно я Учиха буду говорить, потому что Википедия говорит Утиха, но Утиха это какая-то утка, мне кажется. Женского пола. Утиха. Сука. И Какаши Хатаки. То есть три персонажа играбельных. Хотя я что-то помню только одного. Наруто. Может быть, они открываются по ходу? Не помню. Вышло 1 мая 2003-го. Сюжет отдаленно соответствует первой части манги до экзамена названия Тюнина. Жанр экшен. В этой платформе, мне кажется. Рабочий Аспект. Создатель Tomai. Платформа Game Boy. Первая игра Nintendo Console. Последняя игра Naruto Shippuden Saikyo Ninja Daikeshu Gekitotsu Naruto vs. Sasuke. В 2008 году была. Это игра серии, имеется в виду. Вот и все. Че по обложке? Блять, прям по... Та-та-та! Та-та-та! Шогин. Шогин Джамп. Это те же, которые этот делали? Хотя нет. Ну, это та же серия, получается, да, которую One Piece делали, тоже на ГВА. Я смотрю, тут все. Тут это, да, Дюша, Метелкин, USB. Все смотрю, да? Все на месте. Рейтинг 10+, у Наруто. Как выясняется. Крови в ней нет вообще. Забуза. Забуза, блядь, один из самых классных персонажей. Поначалу прям... Ну и принцесса, конечно. Принцесса Утиха. Угу. Ёб твою мать, это что такое? Ниндзя Фокс... The Nine Tail Fox Chakra. Ё-моё. Рейтинг 10+. Е. Мультяшное насилие. Взрослые разговоры. И 10+? За взрослые разговоры? Мне кто-то реквестил эту игру. Я, правда, босс последний не прошел, потому что я что-то психанул. Ну, какая-то жесть была. Несовместимо с другими Game Boy системами. Game Boy Advance и Nintendo DS поддерживает. Наруто лучший ниндзя. Поверь в это. Чем докажешь? Shadow Clone Jutsu. В принципе, все. В принципе, все. Больше ничем он не докажет. Это все. Так, пробейся сквозь челленджи по выживанию и продолжи путешествие Наруто или Саски. Непредсказуемый ниндзя Наруто приведет вас к победе. Или Саски приведет вас к победе. Так, любимые приемы. Shadow Clone Jutsu, о котором я только что говорил. И Fireball Jutsu. Так, избей сложных противников. Сайд-скроллинг ниндзя экшен гейм. Да ты боёб твою. Да. Угу. Ну как так это все выглядит? А у меня есть? А у меня нет. Ну да ладно. Давай попробуем. Еще раз попробуем.
D3 Publisher. Что-то не было ничего написано по этому поводу. Что музыка такая знакомая? А я играл? А я не помню. Какаши, видимо, открывается потом. Believe it! Здесь супер... супер ублюдский бег, конечно. Готов, Наруто? Угу, угу. Челлендж начинается, поехали. Believe it! Believe it — это дотабоё? Да. Believe it — это дотабоё. Дайте поиграть. Вот. Так, ниндзя тул. Кунай, сюрикены. Окей. Они вообще убивают? Так, кнопка А, прыжок. Окей. Б комбо. Вот этот бег. Просто пиздец. Аж пыль летит в разные стороны. Так, у нас есть удар снизу. Какой-то комбо с ударом вверх. Комбо обычное. Удар в прыжке. Что-то еще должно было быть. Так, R, чтобы бросить ниндзя тулсы, понятно. Начни с сюрикена, потом получишь новые. Но это, вероятнее всего, тот же самый движок, что и в One Piece был. Так, Сенбон, а что такое? Они слабые, но можно в разные стороны пускать. Это как работает, что ли? А что так скрипит звук? А! Специальная атака. Зажми кнопку Б. Так, разные имена движений будут появляться. Отпусти кнопку Б, когда наполнится полоска. Во время красного, если отпустишь, то это будет провальная атака. Секси джутсу. Гарина ну джутсу. Неплохое начало. Так. Секси-джутсу не работает на кунаичи. Будь осторожен. Хорошо. Так, символ листа. Собирай их, и хорошее что-то произойдет. Что, например? В воду нельзя падать? Я вообще не понял, что здесь вода, что не вода. Блять, как же скрипит звук в этой игре, кошмар какой-то. А ты можешь не бегать? Анимация прыжка. Шедевр. А
Канахамару уклоняется от всего. Ибицу. Да, понятно, Ибису, это сенсей Ибису, да? Он это... К определенному джитсу у него слабость. Интересно, к какому? Джитсу кровотечения из носа? Чего? Гарми на джутсу. Просто ваншотнуло. Ты в порядке, Ибису? Не может быть. Это единственная техника, к которой у меня нет сопротивления. Да. А, давай, можно сидя кидаться. О, кунай. Отбивает сюрикены. Правильный тайминг. Ачивки-то тут есть, что-то я. А что было написано-то, я вообще что-то не прочитал даже. Что себе он может делать? Так, можно ползать. Угу. Ага. В тупиках еще другой маршрут. Супер, что-то секретное. Хината, девочка моя, это залечит твои раны. О, спасибо. Наверное, имелось в виду, что иголки не могут отбивать кунаи. Наверное, в этом было послание. Мне случайно скипнул. Ну, может, это где-то все хранится, нет? Нет? Че, даже прыжков от стен нету? Что за шиноби ты такой? Бегай по стенам, заебал. Окей, вопросов не имею. Так, Ина доджит любые ниндзя-устройства. Берегись ее джутсу. А Ино это кто? Это Сакура на максималках? 100 символов листа, ё-моё. После школы. Такой лузер, как ты, не сможет меня победить. Пойдем за школу, выйдем и поговорим.
просто накидал ей. Она еще патрули одела. Думала справиться с Наруто? Нет. Так, найти свитки. Lighting style scroll. Так, держи кнопку R, чтобы выпустить ниндзюцу. Сбивает противников, ломает стены. Нажмите R. Ну, нажал. Чё? Оу! Тут можно дальше держать, что ли? А, подожди. Он сказал R нажми, но я нажимаю, чё? Игра? Shadow Clone Jutsu. Узумаки бараш. Прикольно. У меня кнопка не назначена или что? А пока не поздно, кто-нибудь может клип сделать? И кинуть его куда-нибудь в Discord, потому что что-то, короче, что-то пошло не так. Хотя, наверное, я сделаю лучше так. Так будет быстрее, мне кажется. Или не быстрее. Блять, игра, ты охуел, ты даже подсказку второй раз не даешь, блять. И что мне делать? Ну вот что мне делать, реально? Я не знаю, что делать, я нажимаю R. Нихуя не работает. Подожди, дай посмотрю управление. Может быть, я не назначил что-то. Да нет, назначил. Непонятно. Да чего? Там было R написано. А тут вообще никаких кнопок нет. Че я сделал? Да как это работает-то? Вообще не понимаю, как это работает.
Hokage. Believe it. The students will laugh at me if I lose. Можно еще раз, пожалуйста? Спасибо. Держи кнопку R. Тогда пусти и используй ниндзюцу. Сакура, ты заебала. Окей. Нужно просто держать кнопку броска куная. Все. Напридумывали-то, ёпта мать, напридумывали-то. Хотя бы они не кончаются, и то неплохо. Ядрить-то прыгать. One up! Чё-то я вообще вот этих всех моментов не помню. Может быть, я когда первый раз сыграл, так и не понял, как это все работает? Да, блядь, спасибо, ёпта. Тупой жиробас. Я не толстый. Я крупный. Спасибо, блядь, игра за подсказку. Которую я взять не смог, конечно. Он не толстый. Чёрт же мой, чувак. Да я говорю, ты не толстый. Ты же дурак. Ты обезумел. Голодный, покушай. Да, конечно. А, то есть даже ниндзя-свиток нужно все время, что ли, брать? А он не долетает. Упаду, смотри. Ну, прикольно было, что. Darn it. Okay.
Кросс херачу ее. А где яма была? Я не помню, где яма была. Это кто? Ты кто? Медицина. Хината. Мне нравится, как это элемент игры. Так, близко к Шикамару не подходить. Почему мы с орлами деремся? Это что, скалолаз? Уе. Секреточка. А мы можем назад вернуться? Ой, нет, придется заново все бежать. Ну ладно. Блять, а ты охуенно прыгаешь, Наруто, я тебе скажу. Блять, все заново. Вообще все. Шедевр. Шедевр. Ясно, понятно. В смысле? Стоило, конечно. Почему это печенька, если это значок леса? Листа. Какая еще печенька? Кому-то надо покушать, мне кажется. Тоже говорили об этом, что это символ листа. Вот обманываешь, что тут сначала сидишь. Я ни зачем не приношу. Не было такого. Ну да. Я думал, опять упал. Блять, Наруто, чё ты такой неповоротливый? Пиздец какой-то. Ой, Джек. И куда ты побежишь? Беги! Фак, 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 фак. А ты не охуел ли, слышь? Сдаюсь. Хаул нашел смайлы.
На-на-на-на-на-на-на-на-на. Так, свиток земляного стиля. Ну то же самое, да? Держи R. Снизу противников можно бить. И рыть яму. Как ты нашел меня и установил тебе жизнь, так что ты должен быть благодарен. Кто всегда считал, что Сакура ебанутая? Плюс в чат просто. Вот. Я один такой, видимо, да? Охуенного яму поставили, прям топ! Мне нравится! Давайте повторим! Я шучу же, ну! Иди в фень, блядь, игра! Он же сика. Я ничего не знаю об этом мультике. Почему? Вот кто-кто, а ты бы уж мог бы уже давно стать Хоккайдо. Блять, охуенно вы ставите противников, прям мне нравится. А еще мне больше всего нравится, что в игре нет чекпоинтов. Вообще никаких. Ошибся, долбоеб, начинай заново. Шедевр. То есть, подождите, с этой стороны нельзя? Класс. Ну да, ну да, нет легкого пути к тому, чтобы стать Хоккайдо. Да, 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 блять, ага. Знаем, слышим. Я помню, что она меня в прошлый раз забила-то просто? Боюсь. Особенно вот этих дырок. Потому что Наруто бегает, как в жопу ужаленный. Он не просто ходит. Он прям бегает. Дай сюда мазь. Иди отсюда. Ничего, ничего. Рок Ли позовет Гая Сенсея на помощь, чтобы восстановиться.
Какаши. Бля, пожалуйста, не делай дырку там в земле. Молю тебя. Узумаки бараш. А секси джутсу на него действует? Нет! Интересно, почему? Гасится. На нахуй. Блять, что? Нахуй твои лотосы, иди, блять. Зангиева он мне тут показывает. Что мне сейчас, кстати, вот это даст? А, зашибись. Да-да-да, давай, конечно. То есть я пока джутсу делаю, я бессмертен? Неплохо. Ой-ой. Шатает он. Да иди ты нахуй, слышь, блядь, пёс. Ой, ладно, 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 неплохо. Пиздец он, блять, одним ударом полполоски хп сносит. Чего? Гай, сенсей! Прям прямиком из мультфильма. Ты дашь мне сделать? Флексит. Я когда первый раз играл, я не знал про то, что может кнопку держать. Знаешь почему? Потому что туториал по этому обучению... Этот туториал был по верхней дороге. А я вниз спустился, прошел понизу и пошел дальше. И я пропустил этот туториал. Шедевр. Что делают? Ну ладно, больше девоник. Может, неплохо. В чем твоя проблема, Наруто? Почему ты не умеешь, блядь, плавать? Блять.
Я честно думал, не получится. Оу! Анко! What up? Спасибо за ванат. Нет? Эй, ну! Ну чё, мне, блядь, заново эту хуйню бежать? Так, где тут дырка? Вот тут? Или вот тут? Не совсем понимаю, как я отсюда вылезу потом. Ну, посмотрим. Так как я реально отсюда вылезу-то? Ты еще кто? Нет! О, как мне не нравится, как он скользит, здесь жесть какая-то. Мне аж страшно двигаться порой. Просто, блин, одно неловкое движение и все, привет. Так, беги быстро, сложно увернуться от специального джутсу Хаку. А что, Хаку будет? Уже? Блин, чел! Ну, конечно. Что ты такое? Я хищник. Не пробеги мимо, я тебя прошу. И надо комбо одну успеть еще сделать. Ты станешь сильнее, мы увидимся еще раз. Можно сжигать деревья, используя Firestyle Jutsu. Так. Летающие личи какие-то. Что еще за летающие? Это еще что такое, блин? Было супер странно. А почему я упал? Ну, кроме того, что это подстал какой-то. А как мне на F ты залез? Там что-то есть. Мне нравится, как дерево существует даже без... Без ствола. Классно же.
Я какую-то механику упускаю или что? По этим, блин. По этим можно бегать. Ну тогда я ничего не упускаю. Наверное. Ой. Я с тобой в одной команде, а ты меня лечить не хочешь. Может, Сакура лич? Лечит. Это яма или что? Так, атаки Акамару доставляют. А, или атакую Акамару, и это вернет его в обычную форму. На него это не сработает. Да кто из вас Акамару-то, блядь? Заебёте. А ты молодец. Получай. Охуенно получил. Какого хера, алло? Я же бессмертен во время этого. Я тебя так, блядь, накидаю сейчас. Да, только... Только в Наруто. В игре 10+, можно избить собаку. И тебе за это ничего не будет. Маленькую собачку любить. Шедевр. Хайскор вообще нормальный. 348 тысяч. Ничего не дает, правда, ну да ладно. Зато цифра красивая. Долети. Ого. Далеко летает. Так, вот что, лучше вперед? Или я не могу перепрыгнуть?
Я не могу перепрыгнуть. Ладно, окей, тогда вниз. Секретка, кто здесь? Хината? Ура, Хината! Дал подняться и не начал меня сразу бить. Рок-Ли стал гораздо сильнее. Так, окей. Он что-то прям ждет, непонятно что. Игра, ты что гонишь? И чем он сильнее стал, чуть не пойму. Ну ёб твою мать. Другую анимацию решили не придумывать. В кнопках запутался. Чё? А ты не охуел ли, слышь, дружище? Ты решил просто это бесконечно делать или чё, блин? Ну, блядь, ну ты можешь нормально это... Блядь. Это ебанутость. Это ебанутость. Да какой еще в пизду секси джутсу, блядь? Хуйта полная. Ага, нормально. Да где полоска-то моя, блядь? Алло, игра. Да. Сейчас бы с мастерами тайджицу, блядь, пытаться в рукопашную драться, ага. Да, блядь, он мне полоску ХП целую успел сбить. Что за нахуй? Что у тебя за урон, блядский? Да, весело. Очень весело. Попади, пожалуйста. Спасибо. Ебать конем. Я не согласен. Пожалуйста, попади. А пошел бы ты нахуй, дружище. Это что такое? Тебе вообще что-то похую или что? Пиздец.
Одну атаку делает, все, блядь, минус я. Это бою. Там он против него вот это лучше работает. Уже? Быстро ты. Давайте, пока вы рыдаетесь, я подожду, да, хп установлю. Давай. Оп, believe it. Будет более интересно. Пойдешь? Ну это, блядь, нечестно, иди нахер. Да чё ты, блядь, не делаешь свою джутсу, хуй джутсу, блядь? Делай! Да, конечно. Фух. Похоже, все в огне. Вот расставил джутсу. Так, окей. Ставим это на другой день.